Доброе утро, страна. Ребят, это место называется Диана Пойнт, потому что в 86-м году принцесса Диана здесь встречалась с султаном Кабусом, они прилетали сюда на вертолете, и теперь благодаря вот этой их романтической встрече на этом месте построен потрясающий отель Анантара. Посмотрите, какой там обрыв сейчас, какая красота. Смотрите, просто, я не знаю, здесь можно смотреть, стоять, любоваться, и это нереально красиво, нереально Смоленину сказал. А мы в Омане. Ну, смотри, губка не взял, так сладко. Киви съел. Ой. Столовка. А у меня груша еще есть. Машинная столовка. Ну что это? А грушу кому дать? Подожди, ты много сожрал. Много, вот этому дам. Ой, вот этому дам. Ты что такой, блин? О, мамочка, надо. Ай! Все, ребятки, все. Эдичка, вон, смотрите, в белом. Красота же, ну. Ой, скачки верблюжи. Так, ну что, мы идем. Вот наша деревня, кемп. Вот она подойдет, три маленьких. Ага, давай. Вот берем. Короче, идем кататься на квадроциклах. Да, Эдь? Да, вот наши. Раз, два, три.